Приветствую всех на YouTube-канале Агродвиж. Сегодня ответы с Telegram-группы. И пошли. Так, ну, эти сообщения уже я отвечал. Они повторяются несколько раз. И в Viber, и в Telegram, и по несколько раз. Я здесь отвечал. В принципе, все ясно. Дальше, Redis мы видели. Tomadina мы видели. Так, он здесь был. Добрый вечер, подскажите. Вот у нас есть вопрос. Подскажите, пожалуйста, чем работать амброзию на луке? Фаза лука 4-6 листьев, высота сорняков 5-7 сантиметров. Лантрел, грибоцид такой есть. Амброзию должен убрать. Ага, ал ее только сделает сильнее. Вянет верхушка. На томате, возможно, теплица не затененная. Если затененная, то убрать надо нижние листья, которые. Вот верх теплицы мне не виден. Что тут у нас сверху творится? Это вроде агроволокно лежит, да? Непонятно, затененная или нет. То есть это перегрев растения. Растение не докачивает воду. Лить чаще. Сделать более активную корневую систему, и все будет хорошо. Это уже видели, это было. Что за огурцом, не подскажете? Огурец просит кальций, да, вот это подгорает. Здесь кто-то фото, вот, ага, вот он горит. Такое бывает, когда корневая не работает вследствие чего-то. Что с баклажаном? Вянут листья, чем лечить? Фузариоз лечите. Чем лечить? Триазолы, либо азолы, опять же. Подскажите, пожалуйста, ожог или болячка? Ну, это скорее ожог. Скорее ожог. Болячка так нет, не развивается. У кого-то есть таблица электропроводности для растений. Есть на YouTube-канале у меня видео. Я там говорю, какие выдерживают соли растения разные. Хах. Ацетамонин вообще не давал. Так, ну это я уже опять отвечал. Фундазол работал. Ну, азотамонин не давал, но в таких удобрениях там есть зачастую азот аммонин. И сбросьте удобрение, какое было. Огурец, который завершковался от белокрылки, верно? Что это может быть? Альтернария, либо, ну, альтернария так может начинаться, бактериоз тоже так может начинаться, и еще, ну, то есть нужно лечиться против альтернарии, те все заболевания похожи. Нужно лечиться, либо, ну, есть режим лечения против ложа мучистых грибов и мучистых грибов. Здесь ложа мучистые. Какой-то вирус у вас. Никак не успокоился со всеми растениями. Ну, такое подозрение, как на вертицелиоз. Да, такой. Зариоз, вертицелиоз, туда он целится. Дальше. Доброго вечера. Скажи, чем краще позбутися цієї мошки? Ну, это я уже опять говорил, это тля. Вертимак ее берет, карате уберет, децис уберет. Отравление солями, повышенное содержание солей. Одно фото, чему жируют. Жируют, как определили. Но еще не жируют. То есть не в балансе. То есть пытается зажировать, но еще не жируют. Фузариоз, вертицелиоз.
Дальше. Доброе утречко. Скажите, пожалуйста, нехватка железа и магния. Да, нехватка железа, перелив, лист вверх заворачивает, перелив. Магний, чего-то не усваивается магний, может быть, там что-то с pH не так. Полтавская область, перец хаски. Агродвиж, подскажи, стоит ли убирать коронный цветок? И как часто и правильно давать кальций? У меня песчаный грунт в том году много было вершиной гнили. Перец классно развит, Полтавская область, круто развивается перец, хаски достойный, крутой гибрид. А как давать кальций? В полив я бы давал бы через питание, то есть я бы дал бы кормление, а два раза кормил, раз чистым, то есть удобрение с кальцием, потом удобрение там, где кальция нету, там где калий, фосфор, магний. Потом чистая вода, возможно, с кислотой, потом опять кальций, потом опять там, где нету кальция, потом опять чистая вода. Делал бы таких три разных полива. По листу бы кальцием работал бы по перцу раз в 7 дней точно. Сейчас бы раз в 10 дней, через недели 2-3 раз в 7 дней. Кальций по листу, по перцу нужен. Дозу главное не превышать. Что еще? Здесь растение. А, удалять ли коронный цветочек на растениях? Нет, на этих я бы не удалял бы. На геркулесе там нужно убрать. Здесь на хаски удалять не надо. Он не зажимается. Растение крепкое, развивается хорошо. Если кормить полноценно, то этот цветочек ни на что не повлияет. Тем более в открытом грунте. Вот так как сейчас все идет, главное защитить растение от трипсов, от переносчиков вирусов. Цикадки, трипс, тля. Доброго дня, подскажите. На таких кущах есть плямки, цепроспороз. Ну, я бы сказал бы да. То есть начинался и остановился. Надо показать с нижней стороны. Да, это пернаспороз. Сработать инфинита, и все будет хорошо. Сейчас еще он работает здесь, инфинита. Да, обратную сторону листа. Это вот верное замечание. Здесь обратная сторона листа. Где точка наша? Будут видео, там, где переворачивается точкой. Ну, здесь ничего не видно. Это ли она? Амброзию попробовать, Лантрелла Мгрант. Верно. Площадь, база данных фермеров. Data.ua. Вопрос, у кого вы спрашивали за рекламу? Кому писали, кому платили или что-то еще? Я уже за это спрашивал. От человека не дошло. Удачи. Беру агрохимию. Интернет-магазин Садовый Рай. Агростадион, что прошло? Вот, я спрашивал, где кто берет. Агростадион был, что прошло? Был Садовый Рай, не помню. Скорее всего, нехватка какого-то элемента вот здесь невозможно. То есть пятнами такой, чтобы элемент один был. Ну, то есть пятном это нет, не то. Не развивается плод. Но он такой на грани, чтобы сбросить его. Ну и растение вообще, оно не развито у вас. Растение ушло сильно в генерацию, то есть растение не развивается. Развивайте растение, вы чаще поливаете. Входите в вегетацию. В Херсонской области огурец 3 гривны. Это, конечно, непонятно. Это очень плохо, конечно. В связи с тем, что границы позакрывали, вывозить в сторону Запорожья там и дальше невозможно через линию фронта. Огурец по 3 гривны. В принципе, на конец мая и месяца всегда цена падала, но здесь можно и с этим тоже сопоставить. Да, это прекрасно, да.
Так, подскажите, пожалуйста, томат пошел регенерацию. Очень тонкая вершочка. Чем лучше подкормить под корень? Чем подкормить под корень? Давайте посмотрим. Растение не голодное, а под корнем у вас сухо, верно? Верно, потому пошел регенерацию. А сейчас, ну, вот в этом сообщении я уверен, что человек не прислушивается к моему совету, будет пробовать множество разных препаратов. Потом, когда уберет первую кисть и последний препарат, который будет внесен, скажет, что он сработал. Единственное, что здесь может помочь, оставаться при том же питании, потому что растение не голодное. Может послужить это затенение теплицы, если не затененное. А если затененное, то чаще лить. Можно по листу еще сработать кальцием, нитратом кальция по листу. В Запорожье сегодня огурец 15 гривен. Розница. Ну, розница это, конечно, совсем другая тема, но есть, да, там недобор. Вся та часть, которая производит продукцию, которая платит налоги, которая работает, осталась в оккупации. Доброго дня. Какой процент перекись водорода добавлять в полив? 37-60. И какой норме? Томат 20 соток. Любую добавляйте. Просто если, к примеру, 37%, если дать только кислорода, то пол-литра на тонну. Если 60%, то грамм, там, миллилитров 300. То есть чем больше процент, тем меньше доза. Если, к примеру, хотите почистить корневую, то 37% там 1,5 литра на тонну, а 60 там литр на тонну, допустим, там, или 800 миллилитров. Так, ну и завершаем мы. Павел Левинский. На огурец нет совсем цены. Да, у нас цена. А вот Беларусь 55 копеек. Так, тут подскажите, что за болячка на томате? Чем с ней бороться? Я вроде тоже видел, да, некроз сердцевины, бактериалка, бактериозы. Альет залейте в полив, баказумин в полив, по листу. Бактериоз, казумин и медиан. Казумин, медиан, да, верно, медиан, ну, здесь не поможет медиан, наверное. Вот. Ну, хотя, да, можно закрыться внешне, чтобы на другие не проходило. То есть все растения можно казумин, медиан обработать и будет окей. Это растение вырвать, вынести, если на других растениях только вот начало такого есть, то поможет только казумин и, возможно, еще альет. Либо какой-то триазол еще загнать. Так что так. Если видео было интересно, полезно, поставьте лайк под видео. И по возможности, кто зарегистрирован в YouTube, можете комментировать видео на YouTube-канале AgroDish. Чем больше комментариев, чем больше активности, тем лучше развивается YouTube-канал. А это наша с вами цель. Комментарий можно ставить любой, можно писать точку, один, плюс, либо что-то прокомментировать. Мы вместе учимся, растем. Бывают некоторые комментарии, где я сделал промах, либо там не полностью раскрыл вопрос или тему. Я смотрю, что комментарии адекватные, я бывает их там пересказываю, мысли повторяю. Ваши комментарии помогают нам с вами развиваться.